Усім доброго-доброго дня! В ефірі Bride Ukraine, видання про кохання, про щасливі сімейні стосунки. І сьогодні ми з Анією Чевертаковою, психологом і... мамою твоїх дітей. І взагалі дуже позитивним психологом. Поговоримо про те, як під час війни, хочеться сказати, модернізується кохання, але воно, мабуть, не модернізується, воно що? Воно, мабуть, стає більш таким наявним, так? Мені здається. Ну, ось саме про це й поговоримо. Я нещодавно почула у Ані в меседжі, ну, це був не сторіс, я бачила це в стрічці, як Аня говорить, що під час війни деякі люди починають відкривати в собі оті такі потаємні можливості піклування, милосердя, доброти і от тієї надзвичайної людяності. Так? І саме ці люди починають одружуватися під час війни. І це могли бути стосунки попередні, так? А можливо це просто людина в якийсь момент зрозуміла, що от вона має піклуватися саме про цю людину. Аня, у вас є якісь приклади? Чи це спостереження такі загальні? Да, Ларис, это общее наблюдение. И наблюдения у меня возникли после того, как от обратного, скажем так, от того, что ко мне на консультации стали приходить люди, у которых отношения во время войны стали разрушаться. То есть это те пары, мужчины и женщины, которые наоборот, потеряли доверие друг к другу, потеряли опору, потому что во время войны произошел вот этот страх с нами, который обострил потребность в дополнительной опоре от партнера. И, как правило, получается, что женщина больше хочет получить ее от мужчины, мужчина капсулируется в своем страхе, как правило, и не дает этой поддержки эмоциональной, или хотя бы потому, что мужчина, в принципе, не настолько как бы, да, открыто эмоционально. И получается, женщина разочаровывается. Происходит такое, женщина разочаровываясь, она не может, как правило, уйти от своего партнера, потому что страшно, но всяким другим образом показывает это партнеру. То есть количество ссор увеличивается, претензии увеличиваются и так далее. А мужчине самому не очень-то легко. А тут еще претензия жены. То есть все попросто. И у мужчины часто тоже теряет доверие к своей женщине, как к человеку, на которого можно положиться в сложной ситуации, разворачивается и уходит. То есть у них не хватает ресурса даже на выяснение отношений. И вот с этим я сталкиваюсь повсеместно. И я начала углубляться, да, а как же может быть по-другому? Покажите мне примеры тех пар, которые по-другому реагируют. И вот по-другому это как раз когда вдруг и у одного, и у другого партнера возникает усиленное желание заботиться друг о друге. Раз. И самое главное, как бы, как, ну, знаете, то, что называется самопожертвованием. Но не в том плане, чтобы пожертвовать собой и отдать жизнь, да, а в том плане, что я на этот момент полностью забываю себя, так беспокоясь о жизни, здоровье и благополучии своего любимого человека. И вот когда у партнера, у обоих происходит это друг по отношению к другу, вот тогда получается какая-то неимоверная сила любви у людей. И такой паре вообще ничего не страшно. Они реально находят дополнительную опору, у них открываются возможности, их браки крепнут, и, да, и дети рождаются. И люди такие ничего не боятся, потому что друг в друге находят эту радость и счастье. Вот. И хочу підтвердити, на Аніну промову мені зателефонував один чоловік, який до війни не збирався мати ніяких серйозних стосунків. І під час війни та жінка, з якою він просто зустрічався, однак продовжував жити своїм життям, своїми хобі, вона раптом стала для нього дуже близькою і тією жінкою, яка його надихає, і завдяки якій він не відчуває ніякого страху. І так приємно. Оскільки це так от перегукується з Аніною промовою, я вирішила поставити запитання про інші пари, які також мені телефонують і розповідають про свої
складні ситуації. І мені хотілося б дуже їм допомогти. Звичайно, я в міру свого досвіду щось раджу, однак я вважаю, що буде доречним консультація психолога. Оскільки сьогодні хтось не має грошей піти на консультацію на особисту, в когось немає часу, хтось взагалі зараз не в країні. І тому, Аня, дозвольте поставити запитання для тих пар, яким зараз важко, однак вони кохають одне одного, продовжують кохати і хотіли б зберегти сімейні стосунки. Так. Перше. Перше запитання. Давай. Ситуація. Чоловік сам за покликанням серця, за своїм патріотизмом іде в територіальну оборону. Угу. До війни пара була дуже така романтична, сентиментальна. Вони і телефонували одне одному, і писали смски. Ну, такі були пара, в якої вже є діти, не одна дитина, і все чудово. І вони вже багато років разом. І ось, коли вона піклується про не тільки про свого чоловіка, а й про його товаришів, вона там привозить, домовляється з волонтерами, привозить харчування, там все забезпечення, яке необхідно. А ввечері, коли вона йому телефонує, вона раптом розуміє, що в них нема про що говорити. І вона цим занепокоєна. І вона говорить, він став іншим. Він, це не мій чоловік. І мені страшно. І вона говорила з ним на цю тему? Ну, напевно, ні, мабуть. Ситуация, конечно, сложная. Почему? Потому что в такой обстановке социальной мужчина сейчас попал в другую, действительно, в другую социальную обстановку. И она закрытая. В другую реальность. Он не приходит домой ночевать? Нет. Вот же. То есть это он просто в закрытой другой реальности. Соответственно, он от семьи будет отходить. Ну, так происходит, так психика наша. Где мы, там у нас есть свое разделение, да, на сильных, слабых, на главных, не главных. То есть там другая жизнь, прямо отдельная жизнь. И мозг срабатывает на выживание. То есть там он должен тоже занять свое место под солнцем, стать, ну, допустим, какой-то авторитет. Ну, то есть он там должен выжить. Поэтому его энергия уходит от энергии семьи. То есть все обусловлено на самом деле. Фокус внимания вообще смещается. Разговоры совершенно другие. Да? Люди, которые на него влияют, совершенно другие. И это не его близкие товарищи, это не знакомые ему люди. Соответственно, как бы это объяснимо, что он отдаляется, да, духовно от жены своей. Вопрос, что делать? Угу. Делать вот что. Во-первых, женщина должна инициировать разговор об их отношениях и о том, что между ними происходит. Во-вторых, нужно договориться о том, чтобы какое-то время в течение дня было посвящено чему-то. То есть, ну, им обоим. Как это будет выглядеть? Пара должна договориться сама. На какие темы они будут разговаривать? Как это будет выглядеть? Возможно, нужно что-то просто изменить даже в бытовом смысле. Если он, например, берет трубку, находясь в обществе, да, других мужчин, это может совершенно мешать разговору. Да. То есть ему нужно куда-то выйти. Но об этом нужно поговорить. И поговорить нужно не с претензией, что ты сейчас изменился, стал другой. Да, это факт, он изменился и стал другой. А с позиции ее чувств, да, что как она себя чувствует. Что она себя відчуває одинокой. Одинокой, да, что ей страшно, что она потеряла ощущение, ну, того сильного мужчины, который о ней заботится и который ей нужен. То же самое его участие в жизни ребенка. То есть с этой позиции, я думаю, что он ее услышит. Может быть, не с первого раза, но будем надеяться, что услышит. Друга ситуація, вона, напевно, найпоширеніша. Жінка з дитиною поїхала або в інше місто на Західну, або взагалі за кордон. Чоловік. А в більшості випадків це чоловік, який не звик навіть відкривати холодильник, включати мікрохвильову піч. Чоловік, який не звик собі готувати сніданки, обіди і взагалі там прати, прорисувальну машину. Ні до чого він раніше не докладав своїх рук, не мив підлогу, а тепер він має це все робити сам. Він відчуває себе самотнім,
Йому також, хоч він про це не озвучує, йому страшно, і що робить чоловік? Повертайся додому. Дружина, маючи дитину, особливо якщо це маленька дитина, боїться, особливо якщо це недалеко від бойових дій, і починаються взаємні такі звинувачення. Звинувачення, ну, докори, да, докоряє один одному, докоряє, що ти мене не любиш, ти мене не любиш. Як тут порозумітися, Ваня? Есть несколько волшебных фраз. Они должны быть и в сердце, и во рту. Я тебя слышу. Я тебя понимаю. Я чувствую, что тебе тоже страшно. Это то, когда я говорила про эгоизм. Когда мы разговариваем со своим партнером, нужно не в ответ ему на его укоры говорить, а мне вот так, а услышать его и вернуть ему его боль, как будто ты, как будто показать, что ты спевчутя понимаешь. Свои. Да. Конечно, женщина хочет видеть мужчину сильным. Конечно, никто не хочет видеть своего мужчину слабым. Но он такой, какой он есть. И если ему больно и страшно, то логично, это выгоднее даже, я бы сказала, женщине сказать ему, что, дорогой, я тебя слышу, я понимаю, что тебе страшно, что тебе непривычно и что тебе не хватает меня, и мне тебя тоже не хватает. Что я сейчас произнесла? Простые, кажется, фразы, но это эмоциональное присоединение. То есть это когда люди, разговаривая по телефону, не о бытовухе говорят, а что ты сделал, а что ты поел, а шапку ты одел, а когда они говорят... А ты сходил? А когда они говорят об эмоциях, о чувствах. И это может совершенно перевернуть и спасти эту семью, если женщина первая начнет это делать, потому что мужчина не будет это первое делать. Мужчина, когда мужчине не хватает любви и эмоциональности женской, а ему ее не хватает, когда ее нет, он будет действовать через упреки. Он будет, это такой его самозахист. Да, он будет придираться через бытовуху. То есть, звинувачувати в якихось робочих везде моментах. Везде правило такое, если к вам мужчина придирается по бытовым вопросам, значит, вы его недолюбили. Вы все. Недостатньо ніжно. Недостатньо эмоционально. И недостатньо турботливо. Все. Ну, это прямо прямой. Ни один мужчина, которому достаточно женской эмоции, женской ласки и нежности, никогда в жизни Ваня, не будет придираться к тому, что помытая тарелка или не помытая. И еще одно, таке, мабуть, найскладнейшее запитание. Коли вона патріотка України, а він народився в Росії, і він, можливо, намагається, я сподіваюся, що намагається зрозуміти свою країну, і вони не можуть навіть говорити про щось домашнє, так, про якісь домашні господарські справи, бо в них оця тема, вона болюча, вона кровоточить, і вона нищить кохання. А ще до війни вони були щасливі разом, кохали одне одного і піклувалися про одне одного. Вони намагаються не говорити на тему політики, однак абстрагуватися їм дуже важко, особливо якщо вони живуть в Україні. Це дуже печальна історія, одна з найпечальніших, і скільки мраків з 2014 року разрушено, сколько семей, родителей с детьми. Это очень грустная история. Из нее есть выход. Выход есть. Кроме того, что пара абстрагируется, да, старается не разговаривать о политике, это хорошо. Но это не есть опора. Это как уход, да? Это уход от реальности. Она же не вырешивается. Это какая-то такая небольшая или большая ложь, которая в семье умалчивается. Мы приняли за аксиому лгать друг другу, да? Ну, так, условно. Для того, чтобы не разойтись. Можно так делать. Но это должно быть не самое главное. Главное семье вспомнить или найти опоры совместные, то есть общие ценности. Ценности, благодаря которым они вместе.
то, что их объединяет. То есть это, например, это может быть ценность семьи, ценность выращивания и воспитания детей. Или они одинаково, допустим, там, ценность развития духовности, или это помощь другим людям. Ну, разные ценности. Ценность зарабатывания денег, ценность выстраивания бизнеса, ценность просто, ну, я не знаю, чего-то там, создания чего-то, ценность творчества, ценность... там, гедонизма, просто там лежать, отдыхать вместе. В общем, они должны понять 5-10 ценностей, которые их соединили вместе. Это первое. Второе. Что они друг в друге любят и ценят, как мужчина в женщине и женщина в мужчине. То есть, что когда-то их объединило, и благодаря чему они полюбили друг друга и стали семьей. Это второе. Третье – это сформировать их общие цели, цели их семьи на год и на 5 лет, несмотря на то, что война. И вот эти долговременные цели дадут семье возможность смотреть в одном направлении. Не друг на друга, а в одном направлении. И когда люди смотрят в одном направлении, они не тычут друг друга пальцами, а ты. Потому что у них впереди есть общая цель. Это может спасти семью. Поняли? То есть мы идем не от обратного, просто убегая от проблемы. А мы находим в этой проблеме ресурс. Да, мы сейчас в луже, но давай подумаем, что у нас в этой луже сейчас может спасти. Вот смотри, у нас есть один сапог резиновый у меня, а один у тебя. Мы можем друг друга, я могу тебя на руки взять. Ну вот мы думаем о том, какие у нас есть ресурсы в данной ситуации, усиливаем их и выходим из этой лужи вместе. Сподіваюся, що це допоможе тим парам, у кого така, на, здавалося, патова ситуація, так? Аня, ну і можливо ви ще щось додасте від себе, якісь, можливо, ваші клієнти вже пройшли якісь складні ситуації і, можливо, їх досвід допоможе тим, хто зараз слухає і шукає якусь для себе таку дивовижну паличку-виручалочку. Опыт останнього місяця дає мені право висказати таку рекомендацію. Іменно вона касається і всіх людей, і конкретно пар. Нужно как можно больше делать сейчас что-то для других. Я имею в виду любой вариант благотворительности, который дает возможность себя чувствовать ценным. Это что касается общего плана. Но это не касается конкретно пары. Да? Конкретно в паре как можно больше делать друг другу приятно. То есть прям поставить себе целью в течение дня, 5-10 чего-нибудь сделать, чтобы твой партнер улыбнулся. Это сейчас крайне необходимо и намного более важно, чем в обыкновенной жизни до войны. То есть в буквальном смысле вытягивать из этого пространства возможности делать друг другу приятное, делать друг другу добро и кидать его в воду, не ожидая ответа. Это спасет собственную душу и очень усилит взаимоотношения. И эго немножечко засунуть. Знаете, достоинство есть, а эгоцентризм спрятать. То есть нужно жить с ориентацией на другого человека, на то, чтобы дарить любовь. Дуже дякую, Аня. Сподіваюся, все тепер владнається. Якщо не відразу, то хоч стане легше, і ви розумітимете, як рятувати своє кохання. Тому що за вас його ніхто не врятує. Ніхто. Телефонуйте, пишіть. Завжди з вами Лариса Голодова і Анна Чевердакова. Спасибо всем.